Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про перспективи вітчизняного спорту та про досягнення, що вже маємо. З нами чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Богдан Нікішин, 39 років, чемпіон світу з фехтування, олімпієць. Вперше взяв участь в Олімпіаді в Афінах. Готується до ігор 2020 року у Токіо. Одружений, має сина та доньку. Улюблена страва – стейк, хобі – рибалка. Богдане, вітаю вас. Власне, перше питання. Ви хлопець зі звичайної родини, звичайної робітничої родини. Як стають чемпіонами світу? Здравствуйте. Это на самом деле, наверное, большой труд. Ну, в моем случае я занимаюсь фехтованием с 10 лет. Я 10 лет пришел в этот вид спорта и тружусь в нем по сей день. Поэтому я думаю, что это многолетний труд, многолетние тренировки, большая самоотдача. Труд тренера, труд всей федерации всех приводит к результату, который мы сегодня видим. Ви сказали, що прийшли в 10 років у цей вид спорту. А як прийшли? Ви прийшли до секції, вас хтось привів за руку. Як це було, власне? Было это все на самом деле очень банально. В школе была секция фехтования, тренер проводил набор и просто зашел в класс и набрал детей на этот вид спорта. Когда я шел на этот вид спорта, я однозначно о нем вообще ничего не знал. Я не знал, что такое фехтование, разве что фильмы «Три мушкетера», да, там и так далее и тому подобное. До этого я занимался, как все дети, разными видами спорта. Ну, так получилось, что я остался в фехтовании, и во многом, я думаю, в этом заслуга моего первого тренера, который сегодня уже, к сожалению, не проживает на территории Украины. Он сегодня живет в Израиле, там тренирует детей. И вот я сейчас вспоминаю о нем, у него было такое то время, когда не было ни телефона, ничего. Он, если ребенок пропускает тренировку, он мог прийти домой к этому ребенку, постоянно звонил родителям, спрашивал, что, где, когда. У него была такая какая-то черта, что он мог людей собрать и держать всех вместе. Поэтому, я думаю, в этом большая заслуга в том, что он воспитал много хороших спортсменов. Можем назвать его имя? Да, это Белокопытов Алексей Георгиевич, который, как я уже сказал, к сожалению, уехал из нашей страны. Он был и в Германии, жил и в Австрии, сегодня находится в Израиле. Ему я благодарен, наверное, за то, что, кем я стал сегодня. А у ваших ровесників не було, скажімо, таких запитань, чому фехтування, чому не футбол, не баскетбол, ті види спорту, якими займається, ну, переважна більшість молоді? Не стыкались вы с неразумением певным? Нет, у нас была какая-то своя секция. И вот я, как мы сегодня уже затронули тему моего первого тренера, Белокопытова Алексея Георгиевича, он был вот очень, очень интересный тренер. Он сложно, знаете, ребенка привести на фехтование, да, и привить ему сразу любовь к фехтованию, заниматься, чтобы он полюбил этот вид спорта. И вот, наверное, Алексей Георгиевич в то время это понимал, и он параллельно с фехтованием нам преподавал какие-то там виды единоборств. Мы постоянно играли в разные игры, такие как и футбол, и волейбол, и баскетбол. И, наверное, вот в совокупности всей этой работы он потом мог переключать нас на фехтование, и нам это нравилось. А кто был для вас прикладом, если можно назвать каких-то спортсменов? Чи это был тренер? Чи приклады изменивались с роками? Чи это были те же мушкетеры, про которых мы с вами згадали? Нет, как я уже сказал, в самом раннем детстве я, ну, пришел на этот вид спорта, я ничего о нем не знал. Я не знал, как не проходят, ну, там, соревнования на международной арене. Я этого ничего не видел. И в то время, когда я занимался, у нас уже в то время был старший товарищ мой. Он достаточно успешно выступал на международной арене. Их даже было несколько таких товарищей старших моих. Это Семенихин Андрей, заслуженный мастер спорта Украины по фехтованию. Мали Андрей, мастер спорта международного класса. Это люди, которые, ребята, которые постарше меня, в то время у моего тренера показывали результаты. И вот я смотрел на них, когда они приезжали из-за границы с какими-то достижениями, и вот на них, в принципе, равнялся. И, ну,
было стремление показать результат не хуже, чем они. Но в то же время это все было настолько трудно. Я смотрел, когда в очередной раз они приезжают с какими-то хорошими успехами. Я смотрел, и казалось мне, что это достаточно сложно сделать. Но как показывает жизнь и практика в этой жизни, нет ничего невозможного. Если работать и к чему-то стремиться, то можно достичь того, чего хочешь. А з чого починає фехтувальник у цьому виді спорту, я маю на увазі? Одразу ж не виставляють, скажімо, битися з супротивником. З чого починає? Так, да, ну, звісно ж, коли ребенок приходить на фехтування, його спочатку не поставиш фехтувати. Це, звісно, спочатку його треба навчити стояти в стойці, двигатися в стойці, потім треба його познайомити, в моєму випадку, зі шпагою, научить ее правильно держать, научить двигаться с этой шпагой в стойке, научить каким-то элементарным видам атак, такие как там выпад или флеш-атака. Затем ребенок ставится на так называемую мишень, к стене такая мишень прикрепленная, где ребенка учат колоть правильно. Ну и когда он уже вот эти вещи все более или менее умеет правильно делать, тогда ребенка ставят в пару с другим ребенком и учат уже колоть и делать какие-то действия с соперником. А застосування цих навичок у реальному житті, поза рингом, поза спортивним залом, є якесь? Можете навести приклади? Ну, сложно сказати, що от як можна фехтування перенести в звичайну життя. Но якщо ми так проаналізуємо, то можна сказати, що фехтування – це вид спорту, який швидкий дуже, він розвиває реакцію, способність швидко приймати правильное решение, потому что фехтовальная фраза, она очень быстрая. На дорожке ну, от фехтования есть много разных приемов, и на каждый из этих приемов есть свой контрприем. И на дорожке надо быстро принимать решение в той или иной ситуации. И, конечно, вот эти вот, наверное, вот это вот помогает в жизни как-то, может быть, быстрее сориентироваться или еще что-нибудь в этом роде. Вот так, в принципе, можно сравнить фехтование с обычной жизнью. А чи не жалкуєте, що зараз нема дуэла, як це було у минулі століття? Ну, сегодня современное фехтование ничего общего не имеет с фехтованием той эпохи, когда были дуэли. Оно сегодня и выглядит по-другому, и все это электролизировано, все полностью максимально безопасно, поэтому не то, что не жалею, я об этом не думаю, если у нас сегодня свои правила фехтования, по которым приходится играть. Ну, выбирать не приходится, приходится играть по тем правилам, которые существуют сегодня. Для вас першою Олімпіадою це були Афіни, 2004 рік. Чи важким був шлях до олімпійської команди? Чи відчували ви якусь гордість, що ви будете представляти Україну в Афінах? Каждая Олимпиада – это большой путь, путь, который состоит из 4 лет. А если говорить о Олимпиаде в Афинах, то получается, можно сказать, что мне тогда было 24 года. Если я занимаюсь 10 лет, то это был путь в 14 лет. Да? Ну, я имею в виду с самого начала занятия мной фехтования. Я попал в сборную в 2000 году, во взрослую сборную команды Украины. И, конечно, в 2004 году это была мечта моя поехать в Афины. Фехтование – очень жесткая, серьезная система отбора. И всего лишь на Олимпийских играх участвует 8 команд со всего мира. А команд сильных намного больше, чем 8 в мире. Поэтому туда очень сложно попасть. И когда первый раз мы попали в 2004 году на Олимпийские игры, была неимоверная какая-то радость и гордость. Ну, у нас тогда была очень молодая команда, ну, относительно остальных команд в мире. И мы туда ехали, конечно, была мечта привезти медаль, но там не сложилось. Мы заняли свое 7-е место, если я не ошибаюсь, на той Олимпиаде. Но приобрели огромный опыт и участие на Олимпийских играх. А чи можете виділити якісь змагання, які найбільше запам'ятались? Можливо, це були ті ж Афіни, можливо, інша Олімпіада. Можливо, це навіть коли ви тільки починали, власне, свій шлях у фехтуванні.
Можно отметить несколько соревнований, которые так в память врезались, да, и до сих пор, ну, Олимпиады я не скажу так, почему я был на трех Олимпийских играх, и вот только вот на последней Олимпиаде там наша команда в шахе остановилась от медали, мы заняли четвертое место, у меня, к сожалению, на сегодняшний момент Олимпийских медалей нет, а вот если так вспоминать из таких ярких каких-то моментов в жизни, хотя их было масса на самом деле, было медалей много и побед много, как личных, и командных, но вот мне вот, наверное, запомнилось больше всего это 2005 год Турин, это моя первая медаль с чемпионата мира взрослого, это наша командная, была общая медаль, это была радость всей команды. Это была бронзовая награда, она мне запомнилась тем, что меня тогда в то время первый раз выпустили заканчивать с очень сильными соперниками. Мы за бронзу рихтовали с сборной Венгрии, и как бы по всем прогнозам никто не верил в нас, что мы можем у них выиграть. И я еще эту встречу заканчивал с очень сильным именитым венгром Иваном Ковачем. И мне удалось вывести нашу команду на пьедестал бронзовым медалям. И вот это вот очень сильно запомнилось. Запомнилось оно еще тем, что за эту медаль я получил звание заслуженного мастера спорта Украины. И, наверное, можно отметить второй результат, который был в карьере. Это, конечно же, 2015 год. Это когда мы с ребятами в Москве на чемпионате мира выиграли этот чемпионат мира, когда уже были события в нашей стране не очень хорошие, и мы в России, в Москве, в центре Москвы смогли поднять наш украинский флаг и играл наш гімн. Так, до речі, стосовно 2015 року, в одному з ваших інтерв'ю я читав, що ця медаль, ви не пишаєтесь найбільше. Чи це є так зараз? Да, ну я, в принципе, только что это озвучил. Так оно есть. Это были очень яркие эмоции. Это была командная медаль, как командная медаль с главного старта того года. Это был еще лицензионный чемпионат мира перед играми в Рио-де-Жанейро. Эта медаль очень дорого стоила. Так, і ви згадали, що це був 15-й рік, вже другий рік конфлікту між нашими державами. Чи не відчували ви на собі якийсь політичний тиск, коли їхали на цей чемпіонат? Было немножко то, что какие-то ходили слухи, что мы можем на него просто не поехать. Вот это вот немножко давило и как бы влияло на какую-то подготовку именно к этому чемпионату мира. Такое что-то ходило, но все было нормально, мы выехали, в принципе, тогда без проблем. Там тоже все было хорошо, все было нормально, никакого давления больше не было. Ну, я чому питаю, я згадую, наприклад, боксера Усіка, і відомі такі факти, що був певний тиск. Але якщо говорити так загалом, чи має бути якийсь взаємозв'язок між великим спортом та великою політикою? І чи є він зараз, ваші відчуття? Ну, как по моим, да, мне кажется, что этого не должно быть, что это все должно быть отдельно. Но чем объяснить тогда там тем, что на сегодняшний момент там, некоторые виды спорта не пускают на соревнования в Россию. Здесь, ну, мы не будем, я не буду там говорить с какой-то политической точки зрения, не дай бог, ни в коем случае. Я говорю с человека со спортивной точки зрения, что, ну, неправильно, когда спортсмен не может выехать на соревнования там, в Российскую Федерацию не из-за конфликта наших стран, это отдельно, я тут в это лезть не могу и рассуждать это не могу, а вот со стороны спортсмена, спортсмен не выезжает на важные соревнования, теряет очки, падает в рейтинге, и потом с низкой позиции в следующих соревнованиях ему очень сложно стартовать, то есть его шансы уменьшаются, поэтому со спортивной точки зрения это однозначно неправильно, спортсмен должен быть с развязанными руками, должен быть, иметь возможность выезжать на любые соревнования, которые влияют на рейтинг. А чи були у вашій кар'єрі такі пропозиції від політики, можливо, відомих, можливо, менш відомих, підтримати ту чи іншу політичну силу? Адже ми знаємо, що є така практика, скажімо, і у спорті, і у шоу-бізнесі, в інших сферах, які напряму не пов'язані з політикою.
Нет, в моей жизни таких предложений не было. Угу. А сами в політику не збираєтесь, оскільки ми знаємо, що досить відомі спортсмени в Україні були і народними депутатами, і міністрами, так і інше. І зараз є, так. Да, все це є. Угу. Я не знаю, я вважаю, що більше було б, мабуть, и лучше в нашей жизни, если бы человек, который знает что-то и разбирается в какой-то сфере, занимался бы в этой сфере. Допустим, если я понимаю фехтование, то я гораздо больше могу рассказать и дать, там, допустим, следующему поколению о фехтовании, чем пойти там, в политику и заниматься там, какой-то политической деятельностью, в которой на сегодняшний момент я мало чего понимаю. Поэтому, если, допустим, такой человек, ну, если говорить обо мне, допустим, если я провел столько времени в спорте, то мне кажется, что я должен и оставаться близко где-то к спорту, и от этого только будет больше пользы. Але з іншого боку, от я читаю, скажімо, і ваш Фейсбук, ви є досить такою активною людиною в плані якихось громадських проєктів. Які задачі у цій царині ви бачите для себе? Я охотно откликаюсь на всякі там предложения, особливо, якщо це касається там встречі з молодежью. Я пропагандирую спорту, я пропагандирую здоровый образ жизни, я показываю на своем примере о том, что в спорте в нашей стране, в наше время можно достигать каких-то высот, каких-то результатов. И мне очень нравится проводить такие встречи, потому что я вижу, когда дети, вот сейчас очень интересно, когда дети нравятся, дети по глазам видно, что они заинтересованы, что им интересно. И цель этих всех встреч всегда одна, если после этих встреч какой-то один, хотя бы там два, ну, лучше больше детей заинтересуется любым видом спорта. Не обязательно должно быть фехтование, но ребенок должен быть заниматься спортом, он должен знать, что это такое. Он не должен быть однозначно профессиональным спортсменом, не обязательно. Но что такое спорт, каждый ребенок должен знать. И когда после таких встреч дети приходят в зал заниматься разными видами спорта, то вот это, в принципе, то, для чего мы это делаем. А чи є якісь конкретні регіональні проекти, які вас цікавлять? Чи це в першу чергу зустрічі все-таки з дітьми, з підлітками? Да, в основному це встречі. В основному ініціатором цих встреч є Національний олімпійський комітет. Якщо це там в нашому місті, в Дніпрі, то це Дніпропетровське відділення Національного олімпійського комітету. Плюс в останні роки підключають, ну, активно берут участие городские и областные власти, организовывают разные праздники, разные спортивные мероприятия и, ну, приглашают, там, в частности, меня, там, ну, нас, спортсменов, на такие мероприятия. И, конечно, мы своим присутствием поддерживаем такие мероприятия. Ну, до речі, питання до вас як до заслуженого майстра спорту. Ви сказали, що пропагуєте спорт, а ЗОЖ як здоровий спосіб життя – це абсолютно для всіх, як вам здається? Чи мають всі, скажімо так, люди дотримуватись саме цього ЗОЖу? У кожного своя судьба, і кожен вправе, мабуть, створити свою судьбу сам і вибирати, як йому жити. Какой образ жизни вести, заниматься ему спортом, не заниматься. Там. Это дело каждого, но я считаю, что там государство и спорт, ну, обязан сделать так, чтобы каждый ребенок имел возможность попробовать, что такое спорт, и попробовать, что такое там здоровый образ жизни, и ну, если там он где-то там в своей жизни потом в будущем станет на какой-то там другой путь, чтобы это было какое-то сравнение. Поэтому сегодня я думаю, что государственная программа обязана детей, именно детей, не взрослых. Взрослый может творить свою жизнь уже сам. Это взрослые люди, здесь никакого детей, именно направлять в правильное русло, в спортивное русло. Это так. Ну, з іншого боку, все-таки на сьогодні більшість молоді має так звану клікову свідомість, тобто це покоління інтернету. Можете назвати якісь конкретні рецепти, як призвичаєте, як зацікавити їх спортом, з вашого досвіду? Ну, я розумію, що сьогодні
Интернет, конечно, сильно зашел в нашу жизнь, но я прихожу в зал там, к себе тренироваться или в другие залы, я вижу, сколько детей занимаются спортом. Еще раз повторюсь, не каждый ребенок станет однозначно профессиональным спортсменам, но дети заинтересованы. Если вот мы говорим сегодня о, как я уже говорил, о этих мероприятиях, которые проводят там, городская, областная власть или Днепропетровское отделение национального олимпийского комитета или национальный олимпийский комитет, где собираются дети. И при общении с детьми, ну, детские глаза ни с чем не спутаешь. По ним видно, что им это интересно, что они горят. И вот подобного рода мероприятия, я думаю, сегодня, конечно же, активно развивают детское движение в спорте. Ну, если говорить в целом, то я думаю, что, конечно же, в каждой семье родители должны в первую очередь следить за детьми и приводить детей, разговаривать с ними, вести какой-то диалог, узнавать, что их интересует. Чего я сегодня вспоминал, праздники, организованные городской и областной властью, что на наших там площадях организовываются или стадионах организовываются локации разных видов спорта. И на одном празднике, таком как Олимпийский урок, может присутствовать там 20-25 видов спорта разных. И вот если родители приведут ребенка на такой Олимпийский урок, то ребенок своими глазами в одном месте сможет пронаблюдать, что такое разные 20-25 видов спорта, и что-то, возможно, ему понравится. Поэтому вот мне кажется, что как бы я бы активнее попросил бы родителей бы принимать участие в тех праздниках, которые организовывают для нас власти. До речі, щодо батьків і дітей, ви виховуєте доньку та сина, ваша родина є спортивна? Чим займаються діти? Сложно сказать спортивное, ну, наверное, есть спортивное, потому что я спортсмен, столько времени отдал разным видам спорта. Мои дети не занимаются фехтованием, но это есть разных причин. Одна из этих причин, и самая главная это причина, что им нравится другое. Они сами это, в принципе, выбрали, они сами на это просились, мы пошли. Вот старшая дочь у меня Анастасия, она с 3 лет занимается танцами, она танцует, ей это нравится, у нее это получается. Я хожу к ней на концерты и получаю огромное удовольствие от того, что она делает. Если говорить там о младшем сыне, о Максиме, сегодня он занимается футболом, ему также это нравится. Допустим, до футбола я его водил, там, пытался водить на разные виды спорта, там, я хотел, чтобы он плавал, я его повел в бассейн, ему это не нравилось. Ему это не нравилось, он не скрывал того, что ему не нравится, он в бассейн ходил за лего постоянно, это тоже не дело. Ну и заставлять, нет смысла заставлять, но ребенок сам потом пришел, я хочу попробовать футбол. Он пошел, попробовал, уже занимается не первый, не второй год этим видом спорта. Как оно будет, я не знаю, мы посмотрим, но самое главное, что это его выбор. Самое главное то, что он с желанием ходит на каждую тренировку, он ждет тренировку, он с желанием ездит на игры. Я смотрю, что ему это нравится, и я любыми способами только буду поддерживать его в этом. Щодо вас особисто, чи багато часу витрачаєте на тренування? Взагалі, денний розпорядок Богдана Нікішина? Тоже здесь все немножко посложно, по-разному идет, потому что основная подготовка к стартам и там, к новым сезонам в последние годы у меня проходит не в нашем городе, а на олимпийской базе тренировочной в Конча-Заспе под Киевом, в Киеве. И там основная масса тренировок проходит, там мы тренируемся много, достаточно много, это 2, а то и 3 раза в день. График такой, что проснулся, потренировался, завтрак потренировался, обед потренировался. Там мы достаточно много времени проводим
в тренировочном процессе. Дома, когда я приезжаю дома, в основном дома я имею ежедневно одну тренировку, кроме воскресенья, в районе там 2-3 часов. Дома как бы попроще, времени чуть есть немножко больше свободного. Я знаю, що ви дуже бажаєте прийняти участь в Олімпіаді 2020 року, яка відбудеться у Токіо. Що для цього потрібно? Як іде взагалі цей процес підготовки? Фехтування дуже жорстка система відбору. Як я вже сьогодні говорив, на Олімпійських іграх всього лиш участвують 8 команд. І так як локація сильного фехтування происходит в европейской части, поэтому от Европы могут попасть либо 4, либо 5 команд. Если в мировом рейтинге будет 4 команды из Европы, тогда еще одно место дается Европе. То есть от Европы на Олимпиаде участвовать будет либо 4, либо 5 команд по рейтингу за год. Сегодня мы находимся примерно в середине этого цикла, чуть может больше уже прошло, все в процессе отбора. Вот недавно, несколько недель назад, проходил очередной отборочный этап Кубка мира. Первый этап этого спортивного года, не календарного, а спортивного года. И наша сборная там заняла 3-е место. Привезли мы бронзовые награды. Это еще был один шаг завоевания лицензии. Сейчас проходит подготовка уже к следующему этапу Кубка мира, который после Нового года в 10-х числах пройдет в Германии, в городе Хайденхайм. Там будет опять-таки командный турнир, где мы будем делать все возможное для того, чтобы завоевать олимпийские очки. Ну, будет ли лицензия или нет, это точно будет известно в апреле месяце. Сегодня мы готовимся и делаем все возможное для того, чтобы завоевать эти лицензии. Наперед говорить ничего не буду, я надеюсь, что у нас это получится. Богдане, лишається не так багато часу. З вашої точки зору, наскільки важлива державна підтримка спорту або таланти проб'ються самі? Дуже важлива поддержка спортсменов не только высокого, но и молодых на государственном уровне. Очень сложно в наше время самому что-то сделать и пробиться в любом виде спорта. Это деньги и инвентарь, и поездки, и не всегда, и не все родители могут себе возможность это позволить, плюс учебно-тренировочные сборы. На сегодняшний момент, как показывает практика, что без поддержки государства разные виды спорта потихоньку начинают забываться. Поэтому эта поддержка очень важна и нужна. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з чемпіоном світу з фехтування Богданом Нікішиним. На все добре.